Учитывая серьезное улучшение погоды, а также начало весеннего этого периода, мы делаем эту поправку на карантин. Мы выполняем все необходимые меры и нормы безопасности наших сотрудников, но тем не менее работа по озеленению города, сезонная работа ведется полным ходом. Мы уже видим, как мы высаживаем новые зеленые насаждения. Ведется активная работа по клумбам в городе, поэтому совсем скоро наш город станет намного зеленее. Также ведется активная работа по запуску фонтанов. До карантина мы говорили о том, что фонтаны запустим в этом году немного ранее, но все-таки наш это карантин внес в это небольшие поправки, и поэтому фонтаны в Одессе начнут это работать с 15-го, это -20 числа.